Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике мы опять играем в Warface. Да, но сегодня уже будет не ледокол, а это значит будет что-то поинтереснее. Самого ледокола. Так, ладно. Давайте начнем уже. Так, значит, что? Давайте сразу склад. Это долгое будет видео. Так, можно увидеть то, что у меня сварщик, да? У меня костюм сварщика теперь есть. Ну, как есть, ну... Может сказать, да, и... Нет? Ладно. Ладно, вы поняли. Так, это у меня есть. Дигл у меня, ладно, нормальный еще. Надо, чтобы побольше патрон было. Идем хоть в магазин. Так, 12. Так, 12. Нет, то, что у меня стоит. 12. Мне надо, чтобы было не 12. Нет, здесь только 12. Окей. Погнали, значит, что? Дигл, емкость дигла 7. Значит. Не, извиняюсь. Вот. 13 есть. Он закончился. Так. Не туда посмотрел, извиняюсь. 10. Я это видел. Вот, 10. Нет. Хрень. Стоп, 10, а там же перезарядка. Так. Ладно. 12. И 8. Но 8 этот я, наверное. На него не попал. На само оружие. Ладно, дигл. Дигл. Это 6 патронов. 12. Вот 12 есть патронов. Но это не дигл. Так, 15 есть. 15 патронов. Мы берем самое крутое. 20. Давайте 20 возьмем. 20, я думаю, круче патронов. Так считаю. Ладно. Так. Давайте... А хотите что там думать, ребят? Что мне думать? Давайте возьмем штурмовика тогда. Зачем мне все этот медик нафиг нужен? Так, берем нашу вот эту всю штуку. Все самое крутое берем. Чтобы у нас было вот так вот. Так вот. Из оружия. Из оружия, блин, извиняюсь. Так, калика. У меня есть калика. Калика это что? Вообще. Нет, мне надо что-то покруче калики. Так, 50, то есть немного она калика круче. Не, с каликой я не хочу. Это тупо будет. Это будет очень тупо. С каликой, если пойду. Но можно. Надо, чтобы емкость была офигенная. Так, ладно. Нет, это... Ладно. Ну что, давайте тогда возьмем вот это вот. Да вроде она. Ну да, чем-то она отличается. Поэтому я возьму его. Здесь такой же нож. Это у нас саперная лопатка. Здесь у нас такое, граната, это все. Все мы взяли. Сюда можно поставить. А, нет. Так, 7 дней и у меня нету. На 7 дней еще покупать какие-то эти штуки. Нафига это надо? Это только затратит мои. Расходы. Так, ладно. И идем мы на спецку. Идем мы на спецку. Спецку, извиняюсь. На какую спец мы идем? Значит, мы идем на... Даже не знаю, на какую идти-то. Стоп, давайте проверю еще раз. Что я взял? Ну, вообще... Вообще, по идее... Должно хватить. Это хз, ребят. Я правда хз, ребят. Я не знаю. Я сюда как бы не доначу. Так. Сразу выставляем себе самое такое крутое. Играть мы сегодня будем в белую акулу. Да. Кто еще возьму? Берет вот тут поставим. Так, ладно. На саперную лопатку мы не ставим, да. Так, ладно. Проверим, как наше оружие стреляет. Да. Смотрите, как идеально стреляет. Миллиарды хедов сделал. Довольно-таки идеальная пушка. Конечно, это не идеал. Это не то, что я хотел. Но... Это круто. Да, 5000. Ладно. Это мало, но все равно ладно.
Я думаю, этого должно мне хватить. Знаки у меня, как всегда, есть. У меня там сколько-то... 3 знака, что ли, осталось? Я не помню. Давайте перейдем в комнату. Вот у нас сразу уже началось что-то. Загрузка сервера. Так. Да, 3 знака у меня осталось. Так, ликвидация. Так. Вы что, дебилы, нафига вы взяли? А, да ладно. Серьезно? А нафига вы... Колени... Кул. Кут. Старт. Алекс Нубас. Лило. Кизару, блин. Чё за команда, ребят? Вот что это за команда? Ладно. Забыли о команде. Это Warface. Это командная игра. Пофиг, какая команда. Пофиг, что мы все ромбы. Да, мы все ромбы. Да. Но я хотя бы не самый маленький здесь ромб. Среди ромбов. Да. Блин, никак не могу дойти до этой штуки, чтобы поменять вот эту штуку. Никак не могу дойти. Извиняюсь. Так. Ладно. Вообще, по идее, должно у меня сейчас все получиться, потому что это все-таки белая акула, а в белой акуле я затащу. Ну, точнее, я так думаю, что затащу. Ну, так хрен знает. Как получится, тогда уж. Сыграем. Так. Ожидание остальных игроков. Да. Значит, ждем остальных игроков, пока они там загрузятся, пока они там что-то сделают, пока они там... Я не знаю, как это объяснить. В общем, пока они загрузятся. Пусть будет так. Ждем. Так, вот мы загрузили, все, можем идти. Берем сразу берету. Не, давайте саперную. Мы идем быстрее, наверное. Штаб-квартиру Blackwell. Давайте пробежим. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Надо здесь пробежать. Хотя я хрен знаю, зачем это надо. Вы должны взять его живым. Но, видимо, это зачем надо. Не дайте ему уйти. О, уже одного убили. Что-то я никак не могу пока что пойти в... Где враги? Что-то я врагов не вижу. А, вот. Твою мать, не попал. Чего, давайте. Сейчас. А я не могу их увидеть, чё. Вот. Не попал. Так, надеюсь, у меня все где-то правильно, нет? Блин, 200, ну ладно. 200 это очень мало, на самом деле. Вроде кажется, что нет, дофига. На самом деле нет, это мало. Это достаточно мало. Для этого. Но это пулемет. Мне кажется, он лифт. Ты что, дебил? Я дам знать, когда мы будем готовы. Еще бы чуть-чуть и... Спасибо тебе. О, дебилы. Команда дебилов. Патроны, собрались, здоровье, значит, и броня восстановлены. Я забыл здесь как играть, поэтому я буду по старой тактике, наверное, играть. Точнее, как по старой. По моей основной, наверное. Враг убит, можно идти. Ай-яй-яй, кто в меня пальнул? Блин? Я что, так пальнул странно вообще? Где? Так, 3. Тихо. Стрелок убит. Что там? Я держу эту дверь. И ту, может быть, еще. Хотя это не точно. Увеличить. Бор. Давайте к лифту. Тихо, выходим. Что там еще кто-то должен быть? Вроде бы. Враг убит, можно идти. Так, ладно. Лифт ждет. Так. Так, ой-ой-ой. Прыгущий тварь. Иди сюда. Лифт ждет. Забегаем. Наш радар засек, что к вам приближается вертолет. Скорее всего, цель собирается покинуть здание на нем. Вы должны добраться до вертолетной площадки, пока вертушка не приземлилась. Извиняюсь, ребята, сейчас. Я вернусь. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Где долбанное подкрепление? Я вернулся, ребят. Я вернулся, я как всегда здесь. Так.
Так. Ладно. Так. Мочим. Блин. Попал. Хедшот. Не получилось. Так. Так. Блин. Завалить их как-то не могу. Сложно вообще. Слишком сложно. А, блин, твою мать. Вылечи меня, вылечи. Сюда. Нужен врач. Лечи меня, лечи. Так. Лифт ждет. Ну, что там, давай. А что ты сделал, ты дебил? Ты даун. Лечи. Врача. Дебил. Лечи. Держись, боец. Все будет хорошо. Лечи. Так намного лучше. Патроны, здоровье дебил. И броня восстановлены. Игроки воскрешены. Я ненавижу таких людей. Тихо, сейчас отсюда выйдет. Кто-то, походу. Блин, да, это точно. Враг убит, можно. Я думал сказать, но это не точно, но это точно. Так, хедшоты. Одни хеды пошли. Стрелок нейтрализован. Ай-яй-яй. Тихо, блин. Сейчас все будет. Тихо. Блин, дайте патроны. А, патроны у меня есть. Слушай, не забыл. Тихо. Снял стрелка. Продолжаем движение. Да. А, ну да. Идите в лифт. Идем в лифт. Все, идем в лифт. Блин, да кто это делает-то, блин? Ну. Лифт включен. Ну что, давайте. Твою мать. Ну ты где есть-то, блин? Ну! Идите в лифт. Надо идти, следуй за мной. Града пошла! Ладно. Да уж, понятно. Мы анализируем данные, полученные с серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выводим из них что-нибудь так, важное. Играйте норм, а то проиграем. Да, началось что-то, смотрите там. Патроны, этажи. Здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Твою мать, я забыл, кто это. Пусть туда, как всегда. Это же не Жагер. Да блин, ну пусть они мощные. Мне все равно. Тихо. Где? Тихо, блин. Подожди. Что там, кого, кого? Да, вот так вот надо стрелять по хэдшоту. Что там у вас, как дела вообще? Как у вас дела там? Да, идеально. Я так идеально стреляю вообще. Слишком идеально. Мочи, мочи, мочи! Все норм. Чел, не убегай! Ты, блин. Погнали. Так, кто у нас тут? А, одного убили, да. Держимся. Когда все получится. Граната! Достигнута контрольная точка. Да. Боезапас пополнен. Я подумал, что там. Так. Подходим к двери.
Оп! Сейчас буду их просто валить лопатой. Но я не хочу быть... Как-то... Поэтому... Повторим. Убивай с автомата. Стрелок нейтрализован. Вперед! Так. Граната! Так, тихо. Окей. Так. Так, окей. Ладно. Ну давай, у меня лопатка, давай. Ай-яй-яй-яй-яй! Кого замочили? Где он, блин? Срочно врача! Медик. Медик. Сюда. Твою мать. Я своего завалил. Как бы похуй. Нужно выдвигаться. Я кого завалил? Ай! Случайно. Похоже, наш клиент должен был встретиться с директором Blackwood Урсулой Эллис. Запомните это имя. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Контрольная точка. Опа, давай. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Ах! Сзади! Сзади меня тут уже, блин. Меня уже завалили. Стрелок убит! Повторяю! Стрелок убит! Готов. Чел. Ничего у нас не получится. Видимо, я чертовски прав. А, я не тупил. Ай-яй-яй. Где ты есть-то, блин? Давай. Я побегу за ним. Чел, я тебя прикрою. Давай, пошли. Вперед. А, тебе надо патроны. Меня задело, нужна помощь. Эй, кто-нибудь, мне нужны патроны. Переходите на следующий этаж. Все норм. Все в порядке. Чел, подними. Тихо. Там все вы валяетесь, что ли? Мы включили. Где он? Граната пошла! Че, вы где там вообще есть? Все лежат. Мы готовы что-то. К зачистке следующего этажа. Странно. Так. Дайте. Патроны. Эллис была старшим аналитиком в лондонском банке Brayman Brothers. После падения фондовых рынков Эллис и ее семья, как и несколько тысяч других людей, просто исчезли. Постаралась некая радикальная партия правосудия. Люди, потерявшие все свои деньги, открыли на банкиров настоящую охоту. Мне почти стало жаль Урсулу. Ну давай же. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Так, гранату туда кидаем. Кидаю гранату! Пошли вы там. Давай. Пошел! Блин, ты дебил. Давай за мной! Да пошел ты все. Нафиг ты мне нужен. Ладно, давай пойдем. Так, тихо. Бежим обратно. Давай, один на один. Давай. Че
Че ты слышишь? Давай. Ай-яй-яй. Приятно, слава что-то. Так. Так. Командирись. Мать. Завалили. Вот и все. Так. Теперь вот. Все должно работать. Идите к лифту. Тихо. Сейчас все будет. Сиди. Ну. Сиди. Вот то, что пополучим. Нормально все будет. Нормально. Давайте. Все сюда. Все сюда. Оставайся со мной. Давай, давай. А где? Блин, ему всю мой. А, даже нет, медик. Представить не могу, что случилось с ней и другими работниками Брейна. Не разобегайтесь. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Эйли. Ладно. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Так, ладно. А, блин, я забыл. Точно. Все. Медик, 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 медик. Медик, медик, медик. Медик, медик. Медик, твою мать. Блин, резай. Резай. Да уж, команда вообще попалась. Ты меня не спас. Почему ты меня не спас? Я бы спас, если был бы медик. Но я не медик, поэтому нет. Надеюсь, у них все получится. Не смог. Примог. Примог не стал. Потому что ты прав. Все, сожили. Держись. Не сдержись. Один-один. Давай.
Еще немного, лифт. Давай еще. Еще один. На. Еще кто? Не, я с тобой не буду. Пошел нафиг. С тобой бы встал, но не хочу. Я и так кого убил. Нормально. Чего вы ждете? Быстро, блин! Повторяю, стрелок. Так. Тихо, блядь. Сломали защиту, давайте. Убит, можно тихо идти. Тихо. Ну чё, где? Так. Включился. Элис настоящий лидер, в этом нет сомнений. Давайте, но Элис, все, во что она верит, это всемогущий доллар. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас живите. Элис обладает огромным влиянием, но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Так. Этот человек – наша цель. Джиггернаут, все. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Или нет? Нет. Видимо, нет. Тихо, блин. Кто я? А, блин, я забыл. Да чё? А, чё-то сети произошло. Блин, чё-то сети. Чё сети, блин? Чё сети, блин? А, я сливаюсь. Извините, что сливаюсь. Я не хочу сливаться, но мне приходит. Ну всё, я слился. Все, это конец. Так. Потрачу на вас. Скажу вам, какой я герой. А, почему я здесь? Ау-ау-ау-ау. Он слив. Стрелок готов. Я не сливаюсь. Все, они слились все вообще. Я ноу-слив, ребят. Ноу-слив. Ноу-слив, ребят. А, все, слив. Все, я сливался. Ладно, чего не хватило, ладно, пофиг. А, еще можно один. Серьезно? Так. Ну все, это конец. Мне конец, все. Давай, давай, давай. Ну. Как я в него попаду-то? Ну все, это слив. Это слив. Все, доступные знаки 2, все. Ладно. Чуть не дошел до первого места, ладно. 10 секунд. Я не дождался, я не смог. Очень сложно, очень. Как вам сказать-то? Давайте бастион тогда проверим. Нет. Давайте еще раз проверим биолокул. Так. Ну, с двумя людьми, вы че, не. Смотрите, у меня. Попадание в голову даже. 58. У меня убийство было в ближнем бою. 5. У меня вот помощь команде даже больше, чем у всех вообще. Офигеть. Это как так надо играть вообще? Так, пройдено 10. Круто. Даже до Джаггерна не дошли. Охренеть. Просто охренеть, по-другому слова нет. Так, нанесли ну урона. Ну, конечно, это же не я как бы ставил урон, так что нет. Так, ладно. 95, да нафиг мне этот ранг, как бы, я только из-за вот этого вот всего, так, камера опять подправить. Прогресс, давайте прогресс тогда поставлю, достижение. Достижение у меня новое. Так, которое я немножко в прошлом видеоролике получил. Ждем, в общем, да, магазин, давайте магазин, чем куплю в магазине. А, давайте пооткрываем кейсики тогда. Кейсы пооткрываем, нет? Винторез можно купить. Интерес я покупать не буду, нет, никогда. Так, что я могу купить за 2000? Я вам говорю, я могу потратить 900 на АК-47. Хотя не знаю зачем. Ну давайте попробуем тогда, выбьем. Не выбьем. Надеюсь, у меня получится. Потому что если у меня не получится, будет очень обидно. Три коробки открываем, открывается. И там у нас... Ничего не выпадает. Я молодец. В
Все, я... Как нужно сказать-то? Все, я про... Короче, ладно, поняли вы. Просрал я все. Так, все бабки, все. Так. Немного сюда вот. Вот, на 2 дня у меня осталось. Хоть я ими и не пользуюсь, но на 2 дня... Извиняюсь, надо выключить одну программку, а то она мне немного мешает в игре. Так. О, мы так затащим. У меня один знак. Вот. Медов. Так, а чё? Если что-то слились. Берите медов. Пусть берут медов. 30. А что можно за 30 купить вообще? Чё, тут нет? Нет, здесь только новое что-то. Так, наборы. 600, 300, ничего нет. 300, чтобы было. 420 максимум. Все 420. Нет, нифига. Ну, смысла нет выбивать вообще. Что-то выбивать тут вообще нет смысла. Серьезно. А это не смысл. Так, 3 человека. Берите медов. Не, я с такой командой, конечно, играть не буду. Это какая-то команда вообще. Дебилов каких-то. Так, у меня есть 1000 корон. Давайте посмотрим, что я могу купить на короны. Оружие. 1000 корон, 1000, 1000. А чем они отличаются? Извиняюсь, конечно. Что спрашивать? Так, 90. Так, это вот. Чем они отличаются, не понимаю. Так. Ну, я думаю, надо взять такой. Не, хотя нет, такой мне не нравится. Такой он какой-то уродский. Давайте посмотрим. Что мы посмотрим? Разное. Не знаю. Тут у меня такого нету ничего. 1000 навсегда. Нано-костюм нет. Нано-костюм я не хочу. У меня и 0 кредитов как бы. Так. Ой, один. Крутяк, я один. Ладно. Погнали, значит, что играть? Во что? Тогда сыграем-то. Давайте тогда... Нет, на хардкоре не хочу. Давайте вулкан на профане сыграем тогда. Сыгранем. Давно не играл в профан. Поэтому буду играть на профане. Так, 2000. Идеально. Ну как идеально? Не идеально, конечно. Ладно. Да блин, почему я не могу попасть-то? Не, я попадаю. Я хочу попасть вот в ту штуку. Которая ниже вот этой штуки, вот, где башка. Там говорят, там что-то выпадет. Видимо, какой-то баг. Вряд ли он работает. Так что я просто буду целиться сюда. Вот. Так. Так. Никого. Так, давайте сыграем. Давай-ка. Я думаю, я за 13 секунд успею. Окей, ладно, 300. Все, ладно, пусть будет так. Игра начинается, значит. Так, все, можно начинать. Медов нету, медов нету, нет медов. Ладно, пофиг. Пофиг на медов, пофиг на команду, которая там была. Блин, почему камера-то не так стоит, я не понимаю. Вроде ставлю нормально, ровно. Но все равно не ровно стоит. Ну, похрен. Как бы, не все равно ли? Нет, не все равно. Вот так вот, чтобы ровно было. Так, вулкан, как мы помним, там турели. Турели мне не нравятся, поэтому...
как мы это все будем проходить, я даже не знаю. Потому что я еще сегодня хотел ледокол пройти. Это самое главное, то, что я хотел пройти. Это ледокол, это всегда я хотел его пройти. Ну, точнее, как всегда. Как я его всегда хотел пройти? Да никогда. Потому что я его про него только вчера узнал. Начал про него снимать, снял про него видео. И, в общем, ничего особого не получилось. И мне пришлось... Ну, как вам сказать-то? Пришлось не проходить его. Да. Ну, я оставлю, наверное, штуки 3. Потому что у меня 9. 8, 7, 6. Осталось 9 раз. Если так подумать, то осталось 4 раза мне пройти. Давайте, если я профи еще не пройду, ну, не получится. Ну, вдруг, что? Ну, если получится, то круто. Если не получится, то ладно. В общем, если получится пройти профи, то я уже начинаю ледокол проходить опять. Ну, а если не пройду, то все равно иду в ледокол. На 3 раза. 3 раза я должен пройти, все-таки. А, у меня один. Одно возвращение, если не... Сегодня я его все-таки проиграю. Где? Я ничего не вижу. Тихо. Тихо, блин. Вот. Стрелок. Тихо, смотрим. Блин, я попал. Медик. Эти гады в меня попали. У нас один инж. Дай броню. Броню сюда, быстрее. Броню дай. Я повредил броню. Броня. Спасибо, братан. Кто ты там? Молодец. Убежали. Добро пожаловать. Я Урсула. Медитик. Узнаю Урсулу и ее червами. Ты ненормальный. Ну! Срочно врача! Ненормальный. Ненормальный. Зачем вы своих убиваете? Зачем вы своих убиваете? Сейчас такой. Сори, братан, нечаянно. В голову нечаянно, блин, попал. Ладно. Я... Не знаю, какие пилюли я они штампуют, но охрана тут круче, чем у Аберона. Будьте начеку. Я уже легко... Без смертей. Код 104S. Входим. Посторонние в закрытом секторе. Службе охраны. Немедленно найти нарушителей. Ладно. Тихо. Где он? Тихо, я его не вижу. Граната. Тихо. Внимание! Вы не имеете тихо, права блин находиться в этой мешай зоне. Ваш пропуск аннулирован. Блэквуд установили на своей себя базе автоматические турели. Мы уже сталкивались с ними во время кампании на Среднем Востоке. На первых этажах самые простые турели. Ай-яй-яй. Твою мать. Ну, резни. Благодарю, Дон. Вообще идеально. Это закрытый объект. Ты как раз вовремя. Оставайтесь на месте. Тихо. Служба безопасности скоро прибудет. Спасибо. А, ладно. Бегом к лифту. Тихо, тихо, мы сможем. Мне нужно прикрытие. Нужна броня. Ладно. Броню сюда, быстрее. Так. Мой бронежилет поврежден. Так. Не забываем то, что у меня остался один... Как его называть-то? Знак возвращения, да? Я буду его использовать. Вы входите в запретную зону. Поверните назад. Тихо, идем сюда.
отдыхай, идем дальше. Турель Мурена всегда появляется в самый неожиданный момент. Ее нужно взорвать немедленно, иначе погибнет вся команда. Ах ты, блин. Ладно. Да ну нафиг. Ладно, ради них. Все ради них. Ну все. Теперь я точно проиграл. Давай что? Давай, давай, давай. Пожалуйста, я использовал один знак. Давай. Тихо, блин. Тихо, тихо. Спасибо. Оставайтесь на месте. Служба безопасности скоро прибудет. Так. Двигайтесь к цели. Я снимаю на YouTube. Спасибо, док. Тихо, блин. Тихо. Серьезно. Этот уровень закрыт для посетителей. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Дозревайте службу безопасности. Так. Открываем. Так. 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 Давай, давай, давай. Твою мать. Да пошел. Успей. Давай. Благодарю, да. Ну. Черт, все назад. Так. Так, ладно, что вы там дальше? Прям дальше. Поверните назад. Ну, там... По идее, не должно, да, быть никого. Так, Quantum Lab. Это я где-то уже видел, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Так, окей. Ха-ха-ха. Так. Окей. Ребят. Окей. Окей. Так. Блин, нет, блин, замочили все-таки, твою мать. Так. То есть опять запроиграл, можно сказать. Да. Окей. Все. Бар. Дальше на самом последнем месте. Ладно. Точка. Внимание! Вы входите в запретную зону. Тебе. Немедленно покиньте ее. Окей. Со мной. Лифт на месте. Держись, боец. Я перед тобой долгу. Хе. Ха-ха-ха. Да что ты делаешь? Так, дебил какой-то играет. Вообще. До прибытия сотрудников службы охраны. Играть не умеет. Что-то на задачу. Понимай, граната! Спасибо, док. Я сейчас сливаюсь. Блин, сливаюсь. Тихо. Этот уровень
камера тут не нужна. Так. Тихо, блин. Так. Патроны себе возьму, ладно. Давай! Ну все, ну ё... Все, это кейт. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Я перед тобой помогу. Помогите мне. Давай. Так, тихо. Твою мать! Твою мать, их что-то очень дофига в одном месте. Уж очень их дофига. Ты как раз убил. Я убил спасибо. А что тебе? Че? У тебя-то есть нет? А, нифига ни у кого нет. Спасибо. На-на-на-на-на-на-на. Всем дам. Ваш пропуск недействителен. Ладно, я все равно солью, наверное. На месте до прибытия сотрудников службы охраны. Нет. На этом аккаунте нет. Так. Так. А, укрытие! Дуэли с жертвой могут убить вас одним выстрелом. Тихо. Выберите момент для атаки. Тихо, блин. Стрелок ударит по полу. Спасибо. Некомпленник. Твою мать, я сейчас взорвусь. Нет. Я ранен. Нужна аптечка. Ах ты, блин. Так намного лучше. Я убил стрелка. Так. Вы входите в запретную зону. Поверните назад. Ну все, я слил. Все, что мог, то, то и слил. Благодарю за помощь. Тихо, блин. Тихо там. Все, молодец. Тихо, блин. Ай-яй-яй-яй. Все, уже нету. Вы приближаетесь к опасной зоне. Дождитесь, пока персонал отведет вас. Тихо, сейчас что-то будет, я кину гранату. Тихо, блин. Тихо, блин. Тихо. Чего он именно по мне стреляет? Так, блин, дальше. Слил. Стрелок убит. Посторонние в закрытом секторе. А, слил катку. Все. Службе охраны. Немедленно найти нарушителей. Аж странно стало. Не, нафиг я не солью. No sleeve. Ой, один играю, смотрите, ребята, один. Оставайтесь на месте. Добрый сотрудников службы охраны. Так. Что там, больше никого нет? Думаю, нет. А, не, блин. Тихо. Вот он. Тварь. Так. Я убил стрелка. Так. Так, окей. Окей.
Внимание! У вас нет разрешения на вход в этот сектор. Очень сложно, Вы не поверите. Главное не проиграть. Так. Снял стрелка. Продолжаем движение. Блин, а где он вообще есть? Так. Еще кто-то должен быть, походу. Нет? Где-то появится? А, вот она. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо! Блин. Тихо. Давай, 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 давай. Я смогу, я смогу. Так. Ошибка. Ваш пропуск недействителен. Давай, давай, давай. Оставайтесь на месте. До прибытия сотрудников. Все. Сбор. Я один играю, блин. Я не затащу. Ну, хотя бы доиграю до конца, может, что-то получу. Я хрен знаю. Так. Ладно. Так. Пока что я тащу. Потому что... Да, сложно сказать. Так. Дальше. Сейчас здесь вообще жопа будет. Охрана, охрана, охрана. Так, сюда вроде не залезет. А, все, я за... Блин, все, это конец. Это все, это не вообще никак. У меня нет знаков. Сколько врагов, смотрите. Бегает-то. Все, нет смысла, потому что... Типа все, как и бы. У нас самого ничего нету. Так. Ну что ж, я один начал следующий этаж, но не смог его пройти, поэтому не смог и не смог, как бы, ладно. Поэтому мы будем еще играть еще долго и интересно. Да, нанесено урона больше всех, меткость стрельбы больше всех, попаданий в голову больше всех, убийств больше всех. И убийств в ближнем бою один. Итого мне 372... доллара. Мне дали еще опыта дофига, почти 1000 опыта. Это довольно-таки круто, потому что... Почему? Я не знаю почему, просто круто. Да, оп, еще дали 620 оп. Я не знаю, что это тоже как опыт. Ну, я не знаю, что это. Так, почти что я дошел до сержанта-майора. Это два ромбика с тремя полосочками. И после этого я перейду уже в другой. Так, все, у меня закончились, как их назвать-то, жетоны. Так, нажимаем на наш, так, наборы. Давайте наборы один откроем. У нас есть один набор для открывания. Да. Давайте вот этот вот откроем. С А12. Один набор откроем. 1, 2, 3, как раз у нас останется. Пожалуйста, выпади мне эта штука. Блин, нет. Не, у меня выпало еще на 3 дня только. Ну, ладно. Не все равно ли. Мне как бы они мне вообще не нужны, по идее. Ну ладно. Пусть будет. Так. И теперь мы переходим к нашему дорогому ледоколу. Да. Мы будем проходить дальше ледокол, потому что... Как вообще-то будет происходить? Так. Мочим. Так. Сейчас будем опять ледокол проходить. Тащить на ледоколе будем. На ледоколе сейчас пройдем. Ну, если ледокол не пройдем, то... Я не знаю.
Так, время еще есть. Круто стреляет, смотрите. Так, осталось два игрока. То есть никто не хочет даже на этот ледокол даже идти. Странно, да, очень странно. Ну ладно. Так, у меня есть 1000 корон. Я могу их потратить на много чего. Но я этого делать, конечно же, не буду, потому что нафиг это надо. Так, ну что ж. Я штурмовик, у меня 8 еще жетонов осталось. Это где-то на 3 раза. Мы 3 раза будем проходить еще ледокол. Мы попытаемся его пройти, но если не получится... А у нас, как всегда, не получается. Потому что... Ну, рука жопы, блин. Я не умею проходить, да. Я не умею проходить Warface, поэтому нафиг надо. Ладно. 8 раз. Значит, я смогу пройти. Ну, ранги такие нормальные все. Вот только посмотрите. 3 штурмовика. 1 медик. Хотел сказать, педик, блин, уже все. Заговорился. Ладно. И один... Как его звать-то, блин? Да, этот, как его? Снайпер, да? Снайпер. Чуть перенастроил наушники, они просто достали меня. Поэтому я по-другому выходил. Ну что ж, ладно. Ладно, ладно. Ждем. Да, сегодня долгое будет видео, конечно. Очень долго, очень долго. Ну, очень долгое видео по Warface. Ну, вот, серьезно, очень долгое видео. Давненько не было, потому что видео по Warface, и решил все-таки как-то баланс этот сделать нормальный. Чтобы все-таки видео нормальный, и видео с Warface как-то они все-таки вместе шли. Чтобы так не было, чтобы там... долго играю, например, в CSGO, а Warface чуть-чуть. Нет, нужно именно вот так вот как-то сделать, чтобы Warface там, ну, хотя бы там чуть догнал те игры, которые я проходил раньше. То есть за то время, пока я не играл в Warface. Ну да, мой канал уже что-то с CSGO переходит можно сказать, на Warface. Потому что... Я не знаю почему. У меня почти 500 видеороликов, поэтому я уже ничему не удивлен, если честно. Загрузка. Загружается, значит, карта у нас, да? Да, сегодня 1 мая, ребят. 05 месяц. 2017 год. Да, может даже этот видеоролик выйдет не сегодня. Возможно, только завтра. Но вот запомните, я этот видеоролик снимал 1 мая. 1 мая. Хоть он выйдет и 2 мая, но я его снял 1 мая. Вот вы теперь знаете. То, что дядя Нубас хоть как-то, но снимает видеоролики. Шамалия. 2. Ирбис. Магистр. Алекс Нубас. Безумный Айдар. Ледокол. Да. Команда такая охрененная. И парень с маленьким рангом. Охренеть. Я даже сейчас... Сложно представить, что будет дальше вообще. Вот серьезно, будет сложно представить. Так. Все, карта началась. Сразу стрелу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Нас трое. А кто третий? Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатомётов. Тихо, берем эту штуку. Из реактивных гранатомёт с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете. Она будет следовать за берег... Макула 226 на позиции. Продвижение врага, но их подкрепление на подходе. Так. Окей. Так, 3 цели осталось. Еще один. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие. Где? Вот тут даже. Пошли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой.
Давайте, побежали. Блэквуд захватили ракетные шахты. Так. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Так. Игроки воскрешены. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Ха-ха-ха! Двоих убил. Стрелок, но! Идем дальше! Так, тихо. Где запикай, сразу надо остановить. Пока что все. Твою мать. Я понял, что я сейчас чуть не взорвался. Но я хочу без смертей пройти. Так что нет. Идите сами. Окей, дальше идем. О, нифига их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Назад. А, давайте я их собью. Опа, всем нужен. Тихо, тихо. Тихо, еще где-то было. Давайте. Тихо. Очищаем, очищаем. Так, где еще? Нет больше. Круто. Все уже поумирали почти. Почти все. Только медик живой. Медик, медик. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Я не буду прыгать. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Ладно. Тихо-тихо, идем сюда. Ого! Прикольненько. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Лучше сбить эти турели, пока они находятся в воздухе. Как я ее собью? Твою мать! Ну, она одна. Ну, ладно. Это норм. Опа, блин. На тебе гранату. Никого нет. Так. Давай. Ну! Блин! Так, дальше. Так. Вот, блин. Сейчас еще будет. Там, смотрите, сидят. Патроны. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Установлены. Игроки воскрешены. Бойцы, капсулы с турелями запущены. Вот, уничтожьте, блин, их в воздухе. Да ну нафиг. Ай-яй-яй-яй. Их слишком дофига. Так. Давай. Ну!
Круто. Так, 6 тысяч. Круто. Турели, турели, турели. Давайте, давайте, теперь давайте. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Так, круто. Вроде никого нету. Что, мне не дали? Или тут нет? Есть. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Так. И мой. Точно в цель. Выбирайтесь отсюда. Круто. Один я, наверное, себе оставлю все-таки. Активируй. Тихо, сейчас еще прилетят. Нет? Странно. Так, тихо, 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 тихо. Так, что дальше? Бежим дальше. Значит, цель Blackwood. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Да. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Ну, теперь мы нормально проходим. Господи. Мы пройдем эту шахту. Тор. Дальше. Блин! Где? Спасибо. Меня сейчас завалю, помогите. Меня задело. Давай, 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 прикрой. Помогите мне. Ну. Blackwood обратили наши охранные системы против нас. Придется уничтожать твои же турели. Перезарядка, граната. Осторожно, граната. Бежим дальше. Окей. Так, я спас кого-то, круто. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Взломанный терминал уже рядом. Так. Остановите запуск ракет. Совсем чуть-чуть осталось. Так, еще одного убил. Так, окей, окей. Блин, тут мочат наши, блин. Окей, окей.
Окей, окей, окей. Так. Окей. Окей. Очень вовремя. Теперь ракета. Осталось совсем чуть-чуть. Почти несколько минут до конца. Совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть. Так, бежим. Давай так. Ладно. Так. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями. Но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Тихо, тихо, тихо. Тихо, идем дальше. Так. Здоровье, а что должно сейчас быть? Эй, мне туда нужно. Ну что? Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Они не промахнулись. Так, куда, куда, это куда? Мины. Весь охрененно. Только что превратился в большое минное поле. Ладно. А, с лопаткой, с лопаткой, с лопаткой. Давай. Ой, я что-то перебросил. Ладно. Вперед, вперед, вперед. Вперед! Тихо. Внимание! Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Все-таки меня убили. Ладно. Я взорвали. Да. Давайте мочим. 099, контакт. Так, ну что там происходит-то? Попасть не можете, ну чё. Давай. Вообще этого запущу, давайте. Ну и чё там? Всё, это конец. Нет, ещё не конец. Показался. Я думал, это конец. Нет, 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 нет. А, да ладно, вы что? Ладно, третье место тоже круто, хоть до чего-то нового дошли. Ладно, ну не получилось, ладно.
как бы... Это не самое главное, это не самое такое... то, что вообще нужно, это... Просто, ладно, не повезло, не повезло, пофиг. Другой раз повезет. Как бы ты... Не прям так важно, как... там, в другое прохождение. То есть это как-то... Я вам говорю, это пофиг. Не прошли, не прошли. Три випака, три випа, смотрите, три випа. И никто не мог, смотрите, вот 222 я только получил. Охренеть. Охренеть. Вы посмотрите, вот просто мы не затащили. Вот не затащили, все. Почти. Почти 100. Так. Значит, что, идем на ПВП. И идем на нефтебазу. Сейчас я немного подожду. Так, очень близко. Удаленность от сервера, да. Понятно. Так. То есть, по идее, мы сейчас ждем последнюю, как бы, игру. На сегодняшний видеоролик. Это будет последняя игра. Мы играем в нефтебазу. Мы ее, наверное, пройдем. То есть команда Warface, да? Да, команда Warface затащит, я так думаю. Потому что она всегда затащит. Она затащит, мы победим, все. Мы крутые, мы вообще. Мы самые крутые. Ладно. Так. Так. Окей. Кто-то подключается, кто-то не подключается, пофиг как-то. Вот я думаю, вот почему все так ненавидят игру Warface? Вроде нормальная игра, вроде многопользовательская игра, вроде ранги есть, вроде так интерес есть, а вроде кто-то, все почти ее ненавидят. Я не знаю, вот CSGO как-то надоел уже, потому что там ничего такого нету интересного. Там нет вообще смысла дальше продолжать играть, там одинаковые карты, там нечего играть. Здесь хотя бы что-то добавляют новое. Уничтожьте отряд врага. Ну да, я понимаю, там Кэнос, новая карта в CSGO, но это не то, это совсем другое. Ладно. Кидаю гранату! Докинул. Ай-яй-яй-яй. Тихо, блин. Еще убили. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня убили. А я его не заметил даже. Хули, блин. Граната пошла. Давай, сосай. Сосай. Давай, давай, давай. Тройное убийство, ребят. Троих убил. Так. Граната! Так, идеально. Тише, тише, блин. Так, ладно. Бежали. Прыжок. Граната! Блин! Ладно. 5 убийств тоже круто. По хэдшотам. Кидаю гранату! А я его не увидел, ребят. Я его не увидел. Он меня 4 раза убил уже. А я его не заметил. Вот так. Граната! Так. Так, почти конец, ребят. Так, одного убил. Так, осталось совсем чуть-чуть. Все. Осталось всего тут чуть-чуть. По времени осталось где-то, ну, 5 минут, да. Так, все. Так. Берем нашу гранату. Кидаем ее нафиг. Так. Блин. Нифига не видно. Так, одного. Да-да-да-да-да. Так.
где? Мальчик, ты где? Вот ты. Так. Так, блин. Кто там говорит как? Как, блин, как? Я самый лучший тут. Граната! Так. Поэтому я глоб. А, ну ладно, это граната, ладно. Похрену. Осторожно, граната! Так. Граната пошла. Так. Блин! Ладно. А, кто-то меня перегнал. Да серьезно, да. С маленьким рангом. Граната! Уф, твою мать. Повезло. Тихо, блин. Да почему, как ты так меня мочишь-то, блин? Даже имя не мог придумать себе. Дебил. Граната! Это, блин, не пятиминутное дело, блин. Так надо мочить. Вот так и все. Ну, блин, что-то он залагал, парень. Я его не смог убить. Кто мочит-то, блин? Граната! Граната пошла! Так, ладно. Окей. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. Граната! Все уйдет. Да ладно. Серьезно? Ладно. Второе место тоже нормально. Но он читер. Граната! Или просто я такой нуб, который играет не умеет, или я не знаю. Наверное, то и то. Да что такое-то, блин? Кто меня мочит-то? Самое главное, как? Граната пошла! Давай. Тихо. Ну ладно, не получилось, ну ладно. Я король киллов был. Ну, главное не киллы, главное мастерство. Как бы убьешь. Главное не сколько ты убьешь. Главное как ты убьешь. Да как ты так мне мочишь-то? Так, окей. Граната пошла. Боишь, пошли? Ай-яй-яй-яй! Блин, я сейчас убью здесь. Ну ладно. Убил или не убил? Кидаю гранату! Так. 3 минуты осталось. Как? Охрененно, стреляет. Ни
Нифига, троих убили. Граната пошла. Это прям какой-то прям вообще. Граната! Да ладно. Я уже третье место занимаю, да ладно. Серьезно? Я по убийствам все равно больше. Граната пошла. Да ты достал меня. Два раза уже. Поздравляю, бойцы. Миссия выполнена. Ладно, мы победили, как я и обещал. Все. Да. Так, ладно. Все, это вот конец, наверное, концовка. Это все, то есть мы прошли. Если вам понравилось это прохождение, то обязательно подпишитесь на мой канал. Ну что ж, так вот мы прошли. Я получил свою награду. У меня 638 долларов. Я получил опыта дофига. И смотрите, сейчас похлопаем. У меня новый ранг. Да. 420 за награду. Это награда, да. Все. Сейчас смотрим, и что же мне сейчас вообще выпадет. Так, что-то я не понял. А где? Не понял, а где? А, вот, извиняюсь. Вот, все, сержант-майор. Да, мое новое звание. Да, и 2% еще дали. Так, синхронизация. Что же мне дадут в новой моей коробочке? Для профи. Так, берета на 7 дней дали мне. Давайте я сразу поставлю. Где берета на 7 дней? Вообще, за кого мне ее дали? Берета на 7 дней. Это не за этих. Это, видимо, за... Сейчас скажу, за кого. Это дали... За инженер, что ли? Вот, да, берета дали за инженера мне. На 7 дней. Значит, буду... Придется играть за инженера. Ладно. АВМ есть, ладно. Так, ну что ж. Ну что ж, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. У вас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте подписываться на меня ВКонтакте. Добавлять меня в друзья. Набирать 10 тысяч друзей. vk.com, Алекс Сучков, 2001. Добавляйтесь, принимаю всех, отвечаю на ваши вопросы. Сотрудничество там же в личке пишите, на все отвечу. В общем, все, еще мне дали 4 возрождения и 900 этих. Давайте сразу вот тут открою. Это еще не конец, ребят, потому что... Открываем один. Так, все, одну открываем, все. Так, и что? Нам выпадает на один день. Все, ребят. Мы выиграли. Всем удачи и всем пока.